Я Геннадий Ткаченко Папиж, актер театра и кино. Долгое время я мечтал побывать именно в Тбилиси, в Грузии. Когда я приехал сюда, я походил по местам необыкновенной красоты и хочу признаться в любви к Тбилиси. Ой, единственное, что печально, не хочется уезжать отсюда. Камарджоба. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы, как вас зовут и чем вы хотите нас удивить? Я Геннадий Ткаченко Папиж. У меня есть украинские корни, папа и мама из Украины. Приехал я к вам из Берлина. Ага. А вот, да. Ну, что представите? Ну, сегодня будет не совсем обычное действо. Это не номер, это полнейшая импровизация. Ага. Вот. Я хотел бы, чтобы мы все вместе попытались создать атмосферу космоса. То есть тишины. Да. Ну, давайте попробуем прочувствовать, о чем же нам хочет поведать матушка Земля. Thank you.
Спасибо большое. Спасибо за космос! Браво! Правда, разговаривал космос, через вас, правда, с нами контактировала Матушка-Земля. И спасибо за эту красоту, и за эту гармонию, и за этот контакт, который вы нам всем подарили. Я, по правде скажу, я не был готов к медитации, я не был готов вылететь сейчас из этого стула в космос. Вначале я скептически отнесся вашему тексту, но то, что вы сделали потом, это меня поразило и меня убедило абсолютно, что вы очень-очень-очень интересный актер и очень интересный человек искусства. Спасибо вам. Это было чудо из чудес. Это было идеально, это было фантастически. Я не знаю, как все это называется. Я слушаю это впервые, этот жанр, я имею в виду, и я думаю, что мы сейчас в Грузии на нашем проекте имеем абсолютно новое слово в истории нашего проекта и даже в истории нашего телевидения. Это было фантастически. Спасибо большое. Мы в космосе, вы в полуфинале. До встречи, спасибо. Արա պերինց գավսիտ լայիվշի արմոմիսմենց։ Այդ մեր։